Привет, друзья! Российское конструкторское бюро МИС показало новый дрон МИС-35. Беспилотник проходит сейчас испытания и выполнен по схеме гексокоптера с механизмом складывания. МИС-35 использует аналоговую систему видеосвязи и оснащен 4К-камерой с шестикратным увеличением. В дроне используются нестандартные частоты канала управления, что позволяет достичь высокой помехоустойчивости без значительной потери качества. Благодаря реализации алгоритмов стабилизации и полета, схожих с дронами фирмы DJI, обучение операторов управлению дронами МИС-35 проходит быстрее. Дрон имеет гиростабилизатор камеры и оснащен комплексом автопилотирования и механизмом сброса полезной нагрузки. Дрон можно оснастить тепловизором с разрешением матрицы 384 на 288. В комплекте с дроном идет FPV-шлем с усиленным приемником. Максимальная скорость дрона 63 км в час. Дальность канала радиоуправления 9 км. Полезная нагрузка дрона до 4,5 кг. Время полета дрона до 45 минут. С грузом 4,5 кг до 21 минуты. Цена дрона МИС-35 от 468 до 634 тысяч рублей. Или от 5 тысяч долларов до 6800 долларов. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.